Проходите, пожалуйста. Куда? Проводите. Ваша фамилия, имя, отчество? Блиновская Елена Олеговна. Блиновская Елена Олеговна, в настоящее время вы задерживаетесь в порядке статей 91, 92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных пунктом Б, части 4, статьи 174, прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации за совершение легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения вами преступления, то есть финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения преступления в целях придания видимости правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, а также со совершения преступления, предусмотренного частью 2 статьи 198 Уголовного кодекса Российской Федерации за совершение уклонения физического лица от уплаты налогов в бюджет Российской Федерации в особо крупном размере. Понятно?